Ну что, всем здравствуйте, привет, мы продолжаем с вами проходить Dead Space 2 и близимся, наверное, к финалу. Хотя, может, нет, не знаю. Очень интересная игрушка, очень интересно, но... Кстати, своеобразная, да, по сравнению с первой частью, своеобразная. Своеобразно. Посмотрим, что будет дальше. Не помню, что было в прошлой серии. Честно говоря, я помню... Нет, помню, мы ходили с вами возле холодильника, что-то типа того, да, где там монстров выкидывали, ну, выпрыгивали и тому подобное. Вот, посмотрим, что будет в этой... Поэтому, Саша, подумай, давайте пройдите, куда там прям птицы, кто кушает, прям чипить, пить кофе, пить или пить воды, при этом просмотр, мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! А что здесь? Так, что у нас-то вообще по этому? А, я все купил, да? Да? Really? Реально все купил? Хорошо, мы с тобой где-то здесь, собственно. Куда нам идти с тобой? Ой, нам туда вниз. А там сейчас босс будет, да? Я правильно понимаю? Там сейчас босс будет, правильно понимаю? Правильно понимаю? Да. Да, да, бежим, бежим. Так, здесь ничего такого нету, поэтому стану вот здесь вот. По идее, сейчас здесь должен быть босс. Ну... Айзек, я попробую открыть дверь CEC на твоем уровне. Держись. Ты чё, мразь, блядь? Все хотите, чтобы я бегал от этого всего? Ну ладно. Хорошо, я услышал, разработчики, хорошо. У нас того воздуха еще есть? Нет. Блять. Подними! Так, ну давай, ладно. Типа арены, короче, у нас с вами. Типа арены. Ну поехали, давайте. Давай, 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 давай. Че у вас раньше звука не было? Да, давай, прыгай, прыгай, мальчик. Приезжай, приезжай, приезжай. Аккуратненько. Давай, давай, давай. Айзек, я попробую открыть дверь CEC на твоем уровне. Держись. Так, здесь вроде никого пока. Но я вижу тварь. Мальчик, иди сюда. Замок. Пытаюсь скормить ему свои коды, но... Ой, блядь! Блядь, ребята, а чё у вас так дохуя-то? Я же не просил сюда идти. Да тварь ебаная! Да, у меня есть право доступа. Открывайся же, паскуда! Да, можно быстрее это делать, нет? Или похуй вообще? Или на меня все равно? На меня все равно, что ли? Или что, блядь? О боже, блядь. Хорошо. Пойдем другим способом с вами. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Вот туда, вот так вот. Раз, блядь. Два, съёпта. Ну а чё вы хотели, блядь? Блядь. Не то, ладно.
Так, хорошо. Куда они еще пойдут? Ну давай вон там мы с тобой установим, собственно, да? 100% там установим. И давай вон там установим с тобой. Бля, не слишком высоко. И нахуй, ёпты. Понятно. Ой, блядь. Да ёпта, давай быстрее. Поехали. Бля, опасная нахуй хуйня, если честно. Чё с тобой по аптекам вообще? Поехали. Малышей так ебашим, да? Раз, два. Да, 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 да. Поехали. Дальше сейчас здесь паскуда выскочит, а ей пизда должна быть. Бамс, нахуй. Айзек, я попробую открыть. Чего, блядь? На твоем уровне. Все хорошо, блядь. Держи. Алло, блядь. Блядь, все хорошо у вас, алло, ребята. Все хорошо. Чертов замок. Пытаюсь скормить ему свои коды, но... А! Тварь ебаная. Иди нахуй. Тихо. Маленькая тварь. Ты можешь быстрее открывать или как? Или что тебе? Все хорошо там? Так это мне надо. Да, у меня есть право доступа. О, блядь! Твари! Открывайся же, паскуда! Сука, ебаная тварь! Фу-фу-фу, тихо-тихо, живем. Аптека нам нужна. Есть, открыла. Айзек, смывайся. Я что и делаю, блядь. Уходи! Такая мини-арена, понял? Фу, ёпты. Нормально. Арену нам здесь предоставили. Нормально. Нормально. Все хорошо у вас или что, блядь? Не пойму. Это я вообще даже не пользовался, блядь. Хорошо, что, погнали. Наверх. Что у нас там с тобой-то, блядь, две аптеки осталось? Ё-моё. Элли, вы уже там? Все целы? Пиздец, Айзек. Просто пиздец. Согласен, блядь. Все нормально. Нормально? Этим утром я заступила на смену с бригады в 30 человек. Я глазом не успела моргнуть. Как все они превратились в монстров. Убегая, мне приходилось отстреливать руки и ноги моих друзей. Уверена, они и сейчас валяются здесь. Элли, мне очень жаль. Я прошла по кругу и вернулась на то же самое проклятое место. Мы выберемся, обещаю. Давай подумаем, где встретиться. Да. Давай. В центральной части фабрики есть терминал. Скидываю координаты. А как его перезарядить? Встретить Элли из Троса. Элли из Троса где-то рядом. Пришлось разделиться после того, как был уничтожен транспортный терминал. Ничего, Элли работал на СЭС. И прекрасно знает это место, они найдут диспертацию. А вот насчет сохранности своей шкуры я не уверен. Я вчера вот открывал этот. Хорошо, понял. Блин, там столько лута внизу было, конечно. Ну ладно. Опа. Глава 8. Так, новая глава у нас с тобой, собственно, да? Бля, там столько лута было, ну блин, ребят, там прям арена-арена была, там забейте. Ну, естественно. А, здесь все окей, да? Нет. Нет, блядь, я испугался. Ну...
Тихо, мужик, все хорошо. Чики-бомбони, все хорошо. Всем командам, это Калот, ксенолог из первой смены Ланфорд. На нас что-то напало. Мы потеряли троих из нашей команды и не можем связаться с четвертой сменой. Вот и транспорт. Всем глядеть в оба. Тут тоже могут быть эти твари. Мы бросаем вахту, направляемся обратно наверх. Всем остальным приказываю делать то же самое. Калеб, тут еще куча этих мразей. Стреляйте! Да. Трэш, конечно. Так, ладно. Давай-ка мы с тобой продадим. А что мы продадим? Мы ничего не продадим с тобой. А, ну блин, ну. С тобой мы ничего не продадим. Ну вот это продать. Хотя по 1400. Ну, давай, ладно, так сделаем. И закупимся. Лучше с тобой, знаешь, чем 2000 епа. Ну давай вот этим 100 закупим, 100% и аптекой дополнительной, то что нам с тобой это прям очень нужно в любом случае. Так, давай мы с тобой сохранимся. Блин, я сюда давно не заходил, очень давно не заходил. Так, ну что, let's go, нам сюда получается, да? Да, нам с тобой сюда. А, ну да. Опа. Вот. Сон с тобой. 400 не хватит. Хотя. Давай-ка быстро по 100 посмотрим. Тут забилые следы. Не понял. Давай посмотрим, хватит ли нам с тобой. Хватит ли нам с тобой на... Да, хватит. Дополнительно купим с тобой. На всякий случай, пусть будет, знаешь, патроны здесь вот очень сильно нужны. Мы с тобой вроде на харде, да, проходим, на, типа, на максимальном уровне. Да, на максимальном уровне сложности с тобой проходим эту игру. Да уж. В этом весь и интерес. Так, ну поехали, ладно. Так, здесь больше ничего нет. Да, попробуй только, блядь. Опа, хилочка. Нам такое надо. Ну, let's go, чё. Надеюсь, ничего не пропустил, да? Посмотрим еще раз, на всякий случай. Ну, все, let's go. Это что, блядь? Ну что, ну давай, блядь. Все, ББ. Кого, блядь, ты что, угораешь? Бля, ребят, вы что, угораете? Тварь ебаная. Что, блядь? Ладно, я понял, хорошо. Let's go. Да, быстренько сводись, посмотрим, будут. Да иди ты нахуй, блядь, тварь. Ему похуй или что, блядь, не пойму. Нет, ему не похуй, так. Да иди ты нахуй, ёпта. Бля, это пизда, ребят. Отъебись он нахуй, тварь. Давай. На, ёпта. Кто-то еще? Да. Я орирую. Я в шоках, честно. А, еще на снайперку дают, да, мам? Спасибо. О. Да, еще лут. Просто зашли и тут. Ну, понятно. Все с вами ясно, разработчики. О, давай посмотрим. Давай. У нас как раз есть с тобой. Узел силовой. Могли бы, конечно, прокачать с тобой что-нибудь, да, но здесь нам лут очень-таки нужен. Так, здесь никого не будет, я надеюсь. О, как хорошо.
Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Тут сколько у нас? Два уже силаху? Блять, еще бы увидеть. Да, два с тобой силовых узла. Потратили один, получили два, понимаешь? Это, как, знаешь, своего рода инвестиция. Все, что? Даже здесь все, что ли? Реально? Ну, ладно. Так, давай все, перезарядимся быстренько. Все, вот это. Опа, сделал. Ничего себе. Ладно, давай с этой походим пока что. Ага. 4 все же патрона. Добрый вечер. Так, вот это что такое вообще? Так, ладно. Угу. Ну, погнали, чё. Ну, здесь явно сейчас что-то выскочит, я уверен в этом. Ну да, явно здесь что-то сейчас будет. Кстати, вот в этих автоматах чаще всего что-то бывает, самое интересное. Не чаще, а в первой части. Ой, блядь, ты что нахуй такое? Иди ты нахуй, ёпта. Да. Трэш. Просто вот заходишь уже и тут сразу все. Все понятно с вами. Соренсен, ты меня слышишь? Это Калад из первой смены. Парни, вам лучше двигать прямо за нами. Мы тут уже немало накрошили этих тварей. Калеб, уходим! Нам лезут новые гости! Я их уже вижу! Все, выдвигаемся! Пошли, пошли, пошли! Бля, ну здесь сейчас... Ну нет... Ну игра, ну не заставляй ты, пожалуйста. Сейчас, секунду. Все трещит по швам, Айзек, и через трещины просачиваются воспоминания. И когда они просочатся, я буду ждать тебя. Жди, жди, заебешься ждать. Честно скажу, заебешься ждать. Да. Ну, естественно. А ну, блять. У меня хоть и один заряд, знаешь ли, блять. Поехали. Ой, это локация как будто бы из первой, да, части. Похоже очень. Смотри, пока надо пройти здесь. Пока дают. Но здесь... Айзек, сюда! Дверь заблокирована. Она будет ждать. Похоже, последние, кто остался, оборонялись здесь. А сможешь открыть с той стороны? Нет. Все цепи выгорели. Шаг 4. Видимо, они взорвали панель, чтобы твари не пролезли. Должен же быть другой путь. После иглы. Выбраться можно только через линию переработки. Она не рассчитана на пребывание там людей. Шаг 4. Но я хотя бы могу ее выключить. Хорошо, давай. Отключение. Возможно, калибровка систем без предупреждения. Шаги
Хочешь, чтобы я следовал шагам? Возьми себя в руки, Стросс. Я скоро буду. Сохраняем 100%. Так, ну что? А, ну здесь понятно, что сейчас будет. Самое интересное, что сейчас здесь будет. Ну, погнали по чуть-чуть сюда. Ну, давай, тварь, давай. Ну, давай, блядь. Ебися нахуй. Сделаем проще. Ой, не туда, не туда. Ой, как хорошо, как хорошо. Блин, ну там надо откуда-то придумать, да? Так, сейчас придумаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри, смотришь? Не, не попадет, он не попадет. А вот так попадет. Ну, давай, 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 давай. Бля, он там может не попасть, кстати. Ну давай, ёпта. Ой, а ты что здесь забыл? Ой, бля. Ты кто, блядь? Бля, что нахуй? Кого, бля? Не понял. Там... Здесь больше вроде никого, да? Особо. Так, давай лут 100 соберем. Что вообще-то нужен, если честно. Вот так уходить сейчас без него я не очень хочу. На, ну, классно. Спасибо, спасибо. Мне бы патроны дать. Ой-ой-ой-ой-ой. И куда мне? Кажется, я забрел в тупик. Впереди какая-то система, видимо, вентиляционная. Верно. При ручной остановке комплекса все клапаны закрываются. Тебе придется найти способ как-то открыть люк. Классно. Как-то открыть люк. Вот так вот.
Как там взлетать-то у него? Как-то открыть люк. Но у нас есть вот эта тема, подожди. Или вот по этим нужно, не знаю. Почему нужно стрелять? Блин. Не понимаю вообще. А, во! Кого, блядь, как? Вот сюда, типа, надо стрелять. Давай, попробуем. Странно, как-то надо то взрывать, то нет. Тут поед херня нужно дать. Бля, не то. Кого? Как нахуй? Я должен открыть тебе твой люк, блин. Подожди, ну вот не отмечено, вот. Вон туда нужно. Может, нужно... Подожди. Но оно почему-то, видишь, не цепляется туда. Видишь, оно сразу оп, отпрыгивает почему-то какого-то хуя. Я не могу пройти. Тут где-то должны храниться ускорители, ну те с красными наконечниками. Открой дверь с их помощью. Хорошо, хорошо, поищу. Каким, блядь, образом я должен открыть дверь с их помощью? Ты, блядь, угораешь надо мной или что? Значит, туда вниз нужно. Но, видишь, не лепится туда. Они то не... А почему они не проявляются? Скажи мне, блядь. Каким нахуй образом? Не понимаю, я реально не понимаю, ребят. Что, как? Подожди. А, во, кстати, реально. Вот что нужно было сделать. Ты сейчас угораешь. Давай еще так по бокам до поставим и все, в принципе. Где? А вот. И вот там еще сбоку. Ну, думаю, в принципе, она откроет. Разве нет? Да дай! Че, угораешь? Да.
Ну ладно. Так, куда нам с тобой вообще? Вот туда нам с тобой вообще. Ой, ёпта. Класс, вот ты где. Вижу, твоя подруга выключила конвейер. Передай ей спасибо за то, что выдала твое местоположение. Пожалуйста. Да. Куда нам? Нам с тобой туда. Ну нет, ни батареи, ничего. Типа вот так, что ли? Блять, иди ты нахуй отсюда. Да. Ой, ты тварь ебаная. Иди-ка ты нахуй. Давай, 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 давай. О, стоп. Это мне надо. Может, конечно, перезарядиться вообще? Вообще все перезарядить. Ну, просто по-хорошему, честное слово. Так, здесь больше шута никакого нет, я просто смотрю вот так быстренько. Ладно, погнали. Бля, серьезно. Ну это было легко, очевидно. Куда он дальше-то будет? Ой, бля, туда же. Какие-то лабиринты, чьи лабиринты. Где тварь? Ну, отсосал, блядь. Давай, давай, давай. Раз. Так, понял. А где еще один? Сюда, лут, давай мне. Алло. Куся, что ты мне должен? Давай, спасибо. Что? Элли, ты отрубить эти штуки можешь? Нет, Дейдман как-то убедил систему в том, что я мертва, и теперь мои коды не работают. Надо же. Дерьмо, что-то приближается. Стросс, помоги мне с этой дверью. Я хочу, чтобы ты его увидела. Ты должна следовать шагам. Что? Ну нет. Заткнись и помоги мне! Черт возьми! Элли! Элли! Сколько там у меня патрон? А, три. Понял. Сюда лут.
Лут. Бля, да можно патроны дать мне хоть раз, пожалуйста? Не понял. Понятно. Ну, слушайте, у нас с вами по патронам вообще все, ББ. То есть, чуть что, то все. Да, блядь, что? Поехали. Ох, ёпта. Выше меня все зажглось. Блять, серьезно. Ну мне пизда, в курсе, ребят, у меня патрон нет вообще. Вообще не патрон. Вообще. А, вон, смотри. Бля, классно, разработчики добавили вот это сюда. Добавили, классно, реально сюда добавили. Всего, но только не патроны. Ну здорово. Блять. Активируется. Ай. Чем я должен отстреливаться? У меня вопрос. Такой довольно-таки простой, но не менее, знаете ли, важный. Хоть что-то. Бля, вот три ящика. Можно сюда добавить было? Вот. Да, деньги. Пиздато, блядь. Деньги. Ну, пиздато еще, ребята. А можно где-то, ну, закупиться, я не знаю, хоть что-то. А что-то где-то закупить. Дай-ка мне вот эту штуку. Подожди-ка. Сейчас все сделаем с тобой. Смотри, смотришь. Поехали. В принципе, я готов. Но точно больше не делают. Нет, нет, больше не. Дата. Отстаньте. О, можно уворачиваться. Ну, все хорошо, алё. Все, ББ? По идее, да. Ой, стой. Патроны, ребята, вообще ни на чем больше нет, кроме вот этой темы. Летим.
Блин, полупроводник, заебись. Здорово, скажу вам я. Здорово. Так, это... а, что? А, во. Нам сюда, собственно, да? Там, в принципе, по идее, одной должно хватить, да? По идее, да. Ничем не стрельнуть по ней. Ну, хоть так. Здорово. А я не думал. Сейчас прикольно будет, да, если эти еще появятся. Шаг 3, Элли. К двери, шевели. Держитесь, я уже близко. Давай, все. Ой, близко. Ни патрон, ничего, что ты хочешь? Ни патрон, ничего нету. Ну что, что ты хочешь? Что? Опа. Да что ты делаешь, блядь? Давай. Бам, нахуй. Что, все хорошо? А, все хорошо, да? Все хорошо. Ну, хоть так. То, что эта пушка с одного типа выстрела фигачит, то... прям хорошо. Узел. А нам дадут верстак, там, не знаю, хотя бы. Бабки дают зачем-то. Здесь нечего. Где здесь покупать что? Да. Я орирую. О, аккуратно. Все руки и ноги на месте. Вы в порядке? Типа того. Всего 4 шага. Но не благодаря этому Шизику. 3-4. Шаг 4. Она будет ждать. Строс, ты как? Держишься? Ему становится хуже. Что такое шаг 4? Кто будет ждать? После винтов. После иглы. Она будет ждать. Он совсем плох. Надо двигаться дальше. Выше есть грузовой транспорт. Используя те же пути, что и пассажирский. На нем доберемся до правительственного сектора. Но сначала надо вывести его из депо. Она смотрит. Сделай. Спрашивай. Это... оставайся тут и после попробуй винтов, поднять после его на иглы. Ноги. Она будет ждать. Давай, то есть, собственно, залутаемся. Я думаю, сохранимся, потому что... и на этом, думаю, все. Потому что, блин, ну... а закупиться нам дадут? Закупиться дадут? А... ну, здорово, бабок дали много, денег дали, да? Достаточно. А закупиться не дают. Здорово. А славно вы это сделали. Ну, бабки дают. Не, я, конечно, не против денег, но, блин, дали бы где-то закупиться хотя бы здесь, да? Потому что у меня патрон, например, вообще вот вообще ноль. Вообще ноль. И хпшек тоже. Ладно, давай тут сохранимся, собственно, да? И я думаю, продолжим следующую серию. Потому что серийка, ну, чтобы длинно не было, да, как минимум. И так уже достаточно, в принципе, времени. В принципе, вот такая серийка была своеобразная, своеобразная. Посмотрим, что будет следующая серия. Главу 8 только начали, поэтому... интересно, интересно, очень интересно. Интересно, здесь столько же глав, сколько и в первой. В первой части вроде 12 глав, там было вроде как я помню. Вот, посмотрим, сколько здесь. Но мы близимся уже к финалу, поэтому спасибо за просмотр. Такая серийка была. В принципе, все, увидимся в следующих сериях. Давайте.